Светлана получает вакцину временную защиту от инфекции. Завербуйте ее для борьбы. Погнали. Завербуваю ее. Здорово, Олежа! Так, дать вакцину тебе от инфекции. Олежа, let's go, baby. Оксана, пожалуйста, давай выполним задание. Я тебя прошу, Оксана, давай го вместе в рейд. У меня закончилось место на телефоне. Как раз перед последней битвой. И кинул видос. Теперь у меня снова видос с вебкой. Да, добрый вечер. Я надеюсь, ты скучал. Скучал по мне, да? Привет, дорогой дорогой. Куда ты по... Привет! Вперед! В рейд! Найс! Летс го! Получай! Получай! На! На, скотина! На! На! Прогиб! Удушающий! Удушающий ему! На, скотина! Домой! А все, челики умерли, да? А, снова фулл хп, снова фулл хп, снова фулл хп. Это пиратский день, я понял! Отстань! Где хп? Пиратский день! Пойди домой, чел. Да я поборолся уже. Мне игра зависла. Пиратский день! Блян! Пиратский день! Он уничтожил игру! Господи, как я давно так не горел! Пойдем посым перед битвой. Олег, что с Олегом не так? Его мама не отпускает. Сюда! 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 На, тварина! На, получай! На, домой! Домой! Проиграли мы опять. Его можно бросать сраные вакцины. Кто знал? Вот кто знал это? Ок. Вот это все мои мысли сейчас в голове. Взять себе еще в помощь Оксанку и после этого ворваться жестко прям. Прям жестко втроем и закидать вакцинами нахрен этот цветок. Потому что если он после этого не починится, ну это ну бан. Это бан. Пиратский день прошел ужасно. Да я рад. Зима уже. Он проснулся и надел самую теплую одежду свою. Ну правильно, а че нет? Оксаночка. Игривый. Да какой шупы игривый. У меня опять досуга нет. Я то, что общаюсь с ним, вообще досуга мне не приносит никакого. Я с ним стою, общаюсь, у меня вообще не уменьшается. Посмотреть профиль. Да мне вот делать нечего, чтобы профиль смотреть. Мне побеждать цветок надо, это дебильный. Не, посмотреть профиль. Ну посмотри профиль. Посмотри профиль. Насладись этим профилем. Можешь себе на стенку его повесить. Что не так? У него опять дискомфорт. Да ты перец, а? Let's go, baby! Baby, baby! Вперед! Замес! Ты кто такой? Вышел против меня раз на раз. На, погнали. Погнали, пацаны. Погнали. Пожалуйста, пожалуйста. Я за хилера, пацаны. Пацаны, я за хилера сейчас в команде. Я лучший хил этого сервера, вы понимаете? А, нормально, мы нормально, мы нормально деремся. Нормально деремся, кстати. Сейчас есть шанс, сейчас есть шанс, сейчас есть шанс. Я все разбрыгал, я все дебафы накину. Ну я все дебафы накину уже. Ну давайте, ротненькие, ну пожалуйста. Достигнут предел образа жизни. Да я рад, у меня тут масфайт идет. Какой образ жизни? Ой, пацаны, ой, пацаны. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как мы близки. Как мы близки, как же мы близки. Вперед! Вперед! Громкий боевой клич! Вперед! Викинги! Нет, ни шагу назад! Все, Светлана отъехала! Олежа остался! С Олежей! Давай! Давай, Светлана отъехала! Все! С Олегом тупо! Разнос хлебальника! Ой-ой-ой, бросить вакцину от инфекции! До свидания! На! Все просто с Олегом разносим нахрен! В салат тупо! Нашинкуем нахрен! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Просто! Салат! Салат делаем! Салат делаем! Все! Найс! Это победа! Это победа! Это победа! Понадобилось две вакцины всего! Это победа! Это победа! Это завален рейд босс! Вперед! Олег! Давай! Let's hit! Let's hit! Ну! Let's go! Let's hit! После боевого клича! Да let's hit-ните его! Это все! Это ГГ! Это ГГ! Это ГГ! Это ГГ! Отъехай! Отъедь нахрен! Да! Да. Что? Что? Почему? Почему? Да last hit остался, ну last hit! Да как так-то, бляха-муха? Как так? Да как это так, бля? А муха! Писец просто!
Это просто какое-то говно! У него не было ХП уже! Не было ХП! У нас еще вот столько оставалось для инфекции, чтобы было до максимального уровня! Ни хрена подобного! Нас вынесли, а цветок этот дебильный гомеостазный не сдох! Ну как это возможно? Собрались, проснулись, улыбнулись еще раз. Теперь я понял, как работают скиллы в данной игре. Вперед! Громкий боевой клич, что все слышали, что все поняли, что все скотына увидели! Что все поняли нахрен, то что точно не детектив пришел! Уничтожать нахрен это растение! В салатину просто уничтожать! Групповые команды, вперед! Боевой клич, боевой клич! Боевой клич! Брось вакцину, брось вакцину, брось вакцину, брось вакцину, чел! Светку хреначат, там Светку хреначат! Скотина, ну это что, ну вот сколько, ну это у нас, ну ой, ну все, GG. Она просто ушла, просто с Олегом, просто развернулись и ушли. Можно планирование стратегии, пожалуйста, чтобы победить этот дебильный цветок? Ну я победил его уже, ну я победил его уже, игра, тебе так сложно, что ли, отдать мне победу, я не могу понять. Я пришел, чтобы дать тебе в щи, получай, ха-ха, смешно, да? Весело, погнали, погнали вдраться. Пошли со мной, за Гундабад, куда ты, блядь, развернулся? Блин, курва, блядь. Пойдем со мной за Сарумана. Да мне похрен то, что у тебя дискомфорт, чел. Мне так срать, ты не представляешь, как мне срать, чел. Прими ее к себе в файт, тебе last fight остался. Ну погнали. Ну пожалуйста теперь, ну пожалуйста. Если теперь их вдвоем будут вместе со Светой бить, это будет просто МЛГ. Пожалуйста, Господь. Пожалуйста, я сижу уже полтора часа. Орки Гундабада, выступаем! Нечмо, получай! Боевой клич, мощное средство, леску. Игривый, игривый, я понял! Игривый чел, позитивный чел. Можно просто победить. На! Все дебафы кидаю, пацаны, все скиллы юзаю, просто все дебафы, боевой клич. Ну, let's go, пожалуйста, родненькие. Ну, let's go, родненькие. Отлично, мы даже втроем еще живы, мы даже втроем еще живы. Ну, отъехай. Отъехай. Сасура, изи, не почувствовал. С первой попытки. Поздравляем, тирании материнского растения пришел конец. В качестве трофея за свою героическую победу вы получаете росток от материнского растения. И все? И все? Компьютер хочет поиграть. Все? Да? Серьезно? Все? Все. И просто все. Давай хоть в бар сходим, может нас в шире признают. Ну, может, бесплатное пиво. И такой уж и странный Стрэнджервиль. Пронзительно взвизгнув, в последний раз материнское растение рухнуло. Вернувшись домой, вы замечаете, что все начинает возвращаться к нормальной жизни. Необычные растения поникли, а зараженные жители начали просыпаться. Стрэнджервиль у вас в долгу, теперь вы местный герой. Вы одолели материнское растение, вернули Стрэнджервиль к нормальной жизни. Вы можете в любое время вернуться к материнскому растению и разбудить его. Когда растение восстановится, вы сможете выбрать уровень инфицирования по своему желанию. Таким образом, можете заново обыграть историю с другой семьей. О да, мужской вечер. Джентльсимы могут прогуляться до бара и насладиться дешевыми напитками. Все. Если понравилось видео, то обязательно ставь лайк, чтобы такого контента было больше. Подписывайся на канал. Делись эти видео со своими друзьями, чтобы все увидели вот этот вот нереальный рейд на боссов. Люди, которые спонсируют мой канал на тир 2, спасибо огромное этим людям. И всем людям, которые спонсируют мой канал. Вы действительно помогаете каналу, чтобы канал жил и выпускались новые видосы. Если ты хочешь помочь мне выйти на фулл-тайм работу контент-мейкера, то нужные ссылки находятся подо мной. Заранее тебе за это спасибо. Увидимся с тобой в следующем видосе. Удачи тебе и...